Mia Today. Ноября 2010 года в созвездии Скорпион, в окружении таких светил, как Михаил Ломоносов, Теодор Рузвельт, Федор Достоевский, Индира Ганди, Битлз и Кира Муратова, звезде, имеющей прямое восхождение 16 часов 53 минуты 558 секунд, склонение 33,55,01,70 градусов, звездная величина 12, Украинским астрономическим союзом присвоено имя Николай Антюфриев. Информация о звезде доступна на сайте ukrastro.info. Антюфриев Николай Борисович родился 2 ноября 1960 года в Казахстане, город Семипалатинск. Заслуженный деятель искусств Украины, заслуженный работник культуры Автономной Республики Крым, декан Крымского факультета Киевского национального университета культуры и искусств, театральный режиссер, постановщик ряда известных международных фестивалей и форумов. Женат, имеет двух детей, жена Ольга, сын Антон и дочь Оля, а также внук Николай II. Любимое выражение Эрнеста Хемингуэя: «Человек рожден не для того, чтобы терпеть поражение. Человека можно уничтожить, но его нельзя победить». Добрый вечер, друзья. Мы приветствуем всех, кто по ту сторону мониторов. В эфире первая крымская интернет-мультирадиостанция. Как всегда, у нас в студии гость. Их сегодня будет много, но давайте все по порядку. Итак, сегодня в нашей виртуальной студии, в студии прямого эфира City FM, гость необычный. Вы только что видели маленький ролик, но все-таки я хочу еще и еще раз его представить. Заслуженный деятель искусств Украины, заслуженный работник культуры Автономной Республики Крым, декан Крымского факультета Киевского национального университета культуры и искусств Николай Борисович Антюфриев. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, совсем недавно вы отметили такой замечательный юбилей. Какие планы? Что сделано? Вот это как бы своеобразная черта, вы согласитесь? Ну, я бы сказал, это не черта, а рубеж. Да, рубеж. Мой друг, которому чуть раньше исполнилось тоже полвека, как-то спросил, я его спросил, говорю, как ты себя чувствуешь? Он говорит, да ничего, только вот забывать стал, когда последний раз ходил в спальню к своей жене. Вот такая шутка. Ну, вам это не грозит, да? Я хочу сказать, Володя, что да, действительно, это определенный срок, это практически полжизни, может быть, целая жизнь, в зависимости от того, как на это посмотришь. Вся моя жизнь – это работа, режиссерская работа. Последние 10 лет – это работа, связанная с нашим Крымским факультетом Киевского национального университета культуры и искусств. Последние 25 лет – это и педагогическая работа. Что я еще могу сказать? Это семья. Это дети, это студенты, и это постоянные репетиции, которых тебе, наверное, известно не из последних рук. Вот и вся в целом работа, если говорить коротко. И можно говорить и долго. Но прежде чем мы с тобой начнем говорить, я все-таки хотел бы вот вернуться к истокам, как ты сказал, вот как пройденный путь. Всегда это. То есть, с чего все началось? Фраза звучит, да, пройденный путь как-то немножечко неправильное такое. Ну, определенный рубеж. Да, да. Вы меня поправили. Определенный рубеж, я согласен. Постоянно всегда возвращаюсь к тем истокам, которые меня питают до сих пор. Потому что в свое время, закончив училище,
наше Крымское училище культуры, я же уехал по комсомольской путевке в далекий город Усть-Илимск. И там, в общем-то, в далекие те времена поднимал такое направление, как пластическая драма. И вот после долгих-долгих лет моей уже чиновнической деятельности я решился вернуться к тому, что питает душу и сердце. Потому что все-таки роль руководителя, она далеко не всегда сладкая. Там, в общем-то, и творческая тоже не сладкая. И мне бы хотелось, чтобы сегодня, вот в такой редкий день, мы обязательно посмотрели небольшой фрагмент, миниатюру, связанную с театром пластической драмы, который теперь существует у нас в Крыму, на Крымском факультете. Если возможно посмотреть этот эпизод, то я с удовольствием тебе предлагаю его посмотреть, если ты не против. Ну, конечно, давайте посмотрим, ну, а потом и продолжим, да? Да, конечно, да. Оставайтесь с нами, друзья. We'll be right back.
Первая крымская интернет-мультирадиостанция в прямом эфире. Кстати, дорогие друзья, координаты на ваших экранах, так что звоните, мы с огромным удовольствием ответим на все ваши вопросы. Николай Борисович, у нас в студии виртуальной появилась гостья. Я думаю, будет правильнее, если вы ее сами представите. Пожалуйста. Ну, я бы сказал, это не гостья для меня. Это человек, с которым связана, но я не побоюсь этого слова, наверное, большая половина моей сознательной жизни. Панкова Римма Александровна, наш ведущий крымский театральный критик, старший преподаватель Крымского факультета Киевского национального университета культуры и искусств. Поскольку мы знаем с Риммой друг друга давно, мы позволим друг с другом разговаривать по-человечески, да? Без протокола, тем более, что нас с Риммой связывает еще и студенческие совместные годы. Первые студенческие совместные годы мы учились с Риммой на одном курсе на факультете режиссерском, тогда еще Крымского училища культуры. Римма Александровна, а трудно быть критиком? Вот сказали, ведущий критик. Это критиковать всех, вот что-то так, что-то не так. Все-таки, как вы считаете? Ну да, трудно. То есть я получаюсь каким-то необычным зрителем. То есть я бы хотела бы расслабиться, не смотреть, но должна понимать, как это сделано, что несет. То есть я начинаю включать анализ, синтез и критичность. И без я прошу прощения, у меня слово «критика» ассоциируется с Соседовым. Он критикует всех. Вот на всех программах шоу я заметил. Никогда он чем-то вот не бывает абсолютно доволен. Но у него это профессия и хобби. Да, вот я почему и спросил, трудно ли быть критиком? Ведь вас не очень хорошо потом воспринимают. Вот пришла Римма Александровна, раскритиковала всех и... Ну, можно меня почти я... никто да, не да, видит. Да, можно я внедрюсь? Я хочу сказать, что это не очень правильное сравнение. По одной простой причине, что на сегодняшний день, при всем уважении к Соседову и действительно его высокой культуре и образованности, он на сегодняшний день уже шоумен. Потому что он распиарился, много программ. И, Володя, да, прекрасно, это некий образ. Мы прекрасно понимаем, да, как там... Я не буду даже другие примеры рекламировать сейчас, какие есть таких музыкальных программ, когда люди сидят и уже используют свои знания для шоу-бизнеса. Потому что все это программа просто шоу-бизнес. Давайте к Римме Александровне. Давайте. Итак, Римма Александровна, да. Вот сказали, что вы давно знакомы. Очень давно, просто страшно представить, как по сказке Пушкина. А каким был студентом Николай Борисович? Разным. Он не ожидал этого вопроса. Нет, он был разным абсолютно студентом. Разным, в смысле, его хвалили, ругали. Ну, по-моему, ему очень доставалось, потому что кому не достается, наверное, тот потом становится не тем, кем бы, наверное, хотелось бы ему самому. Я могу сказать, какой была Римма. Да-да-да. Римма да, была отличницей. Отличница. Вот есть такое понятие. Она была отличницей. Она была отличницей всегда, во всем. Везде первое, везде лучшее. И я бы даже сказал, всегда была такая правильная. И мне всегда говорили, вот посмотри, посмотри, а ты... Кто из педагогов говорил вам? Ой, кто мне только не говорил. Потому что я, в общем-то, сейчас модно, люди, прошедшие определенное время, бравировать. Ах, какие там мы были босяки, ах, какие мы были шалопаи. Но в моей жизненной практике, я не знаю, Римма, может быть, у нее тоже были, потому что она в свое время потом уехала в Ленинград. Но в моей практике были, меня из училища два раза пытались уйти попросить, из института три раза. За неуспеваемость, а за то, что по разным причинам, ну, сложно мне было найти... Ну, вы были не такой, как все. Да, я не знаю, я был, наверное, такой, как все, просто мне хотелось что-то услышать, узнать, и не всегда, может быть, я это делал достаточно спокойно, хотя я всегда был корректен. Я никогда никому не хамил, это осталось на всю жизнь. Но Римма все равно показатель. Римма Александровна, Ленинград. Здесь была затронута тема, да, вы уехали в Ленинград. Не, ну вначале мы, конечно, сыграли главную, наверное, роль, по которой теперь мы с удовольствием вспоминаем эти годы и вообще друг друга. Но это была Тургеневская, конечно, барышня такая. «Свидание». Назывался такой рассказ «Свидание». Я помню, что с таким успехом мы как-то на курсе это все показали. И приходила наша вот актриса Мариновская. Она просто хвалила нас, выходила за кулисы. А мы были студентами, нам было это так неожиданно приятно. Но вот я хочу сказать, что мы еще вышли в первый раз с Риммой на сцену еще до того, как произошел наш первый творческий показ этюдов.
То есть это было вообще первый выход людей, которые еще, в общем-то, не очень-то и понимали, чем они по большому счету занимаются. Я просто помню, когда назвали Риму, ну там все понятно, и когда назвали меня, первое, что Рима сказала: «Господи, с кем ей придется работать?» Еще она очень просила меня: «Не пей, пожалуйста, пиво перед репетицией». Да, это была история. То есть запах распространялся по всей сцене. Нет, просто было ответственное выступление, решили показать опять-таки наше свидание, как некое достижение, такое достижение чего-то. И оказалось, что ничего показывает, только вдвоем. Я узнала об этом раньше, искала партнера своего сценического. Злая была страшно. Вот открываю дверь и понимаю, что, значит, пиво было таким допингом. Ну, он просто не знал, что нужно выходить на сцену. Я говорю: «Сейчас же на сцену». Злая ужасно была. Это я помню. С тех пор я допинг не употребляю перед сценой. Никогда. Но говорят, мы были тогда очень хороши, но я эту историю с пивом я запомнила. То есть, конечно, сцена требует того, что... к ней всегда нужно быть готовым. Ну, просто Николай Борисович не знал, что тогда мы будем играть. Да, как-то мы начали с пива, подумают, что мы занимаемся этим. Что касается Ленинграда... Фразу можешь вспомнить о свидании, чтобы закончить? Какая там была, какая фраза, ты всегда вспоминаешь? Ну, там были очень такие серьезные фразы. Я бросал ей фразу по сюжету. Я был негодяем, очень часто меня педагоги почему-то или на роль негодяя, или на роль героя-любовника. Не знаю, совершенно два разных амплуа, но вот как-то так у меня получалось. И я, молодой барин, оставлял девушку-крестьянку в не очень правильном положении и бросал ее. То есть девушка-крестьянка Рима Александровна. И я, на сцене был построен такой интересный пандус. Да. То есть именно нужно было так некую точку сцены нарушить, для того, чтобы пойти по пандусу вверх, вот так вот накрыться платком. И фраза была, и скажется... я ее помню: «Завтра уже едем». Да. Дальше были еще более серьезные фразы, и грешно вам, там Виктор Александрович, кажется, его звали. Мы все равно не расстались. И люблю, вот, и так далее вместе, было. Да, но это вот удивительный вариант. Даже тогда, когда мы, казалось бы, уже расстались. И речь идет, конечно, о дальнейшей нашей учебе, потому что Николай Борисович продолжил ее в Москве. Ну, а я поехала на Северную Пальмиру, как говорят. Да. Но это Петербург, это тогда назывался Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии имени Черкасова. Вот, я тогда поступила на отделение, совсем не связанное со сценой, вот стать театроведом пришлось. То есть я ушла со сцены в зрительный зал, нисколько об этом не жалею. Театровед и критик, это одно и то же? Или... Нет, специальность называется театроведение, ну а дальше выбирают сами варианты, некоторые специализации. Возможно, быть и театральным критиком, и историком театра, но в сущности это театроведческая деятельность. Я хочу сказать, что в Крыму, немного найдется людей с такой высокой школой, связанной с данным направлением театрального искусства. Это так, не в смысле рекламы, это действительно, я очень горд, что на сегодняшний день Рима является педагогом факультета, который я руковожу, и я хочу сказать, студенты, которые приходят на лекции к Риме, а сейчас студенты совсем другие. В свое время и вам-то было непросто услышать и понять, что скажет Римма Александровна, но при этом все равно ходят и говорят, и это очень важно, когда выпускники приходят, он говорит: вот педагог Панкова Римма Александровна, один из тех педагогов, кто вот оставил большой вклад, дал нам будущую профессию. И это очень важно. И я хочу логически перейти к нашему факультету, потому что не обойтись без факультета, я думаю, мы не можем, если позволишь, Володя. Перед этим, старший педагог, что подразумевает себя эта должность, в себе вернее? Старший педагог факультета? Старший преподаватель. Преподаватель, да. Ну, это такой нюанс, я отвечу, потому что это вопрос не к творческому педагогу, а к чиновнику. Я в данном случае как чиновник. Существуют градации. Эти градации есть в ГОСТах образования. Преподаватель, старший преподаватель, да, и так далее. Это зависит от того, насколько человек отвечает определенным требованиям, как ГОСТа. Но, к сожалению, у нас ГОСТы не всегда соответствуют уровню того или иного преподавателя. Владимир Высоцкий, если ты помнишь, никогда не имел звания. Но это был народный артист. Это к вопросу, потому что для меня Римма Александровна – это профессор, лучшего которого я не видел. Достаточно много я имею контактов, видел разных преподавателей. Это в самом высоком смысле этого слова.
Вы принимаете иногда критику Римы Александровны, когда она бывает у вас на репетициях и говорит, вот здесь, ну, не верю я то, что происходит на сцене. Или вы все-таки настаиваете на своем? Я так не говорю, как Станиславский, не верю. Пусть ответит Рима Александровна. Были вот я сразу говорю, не верю, это не из моего лексикона. Хорошо, были такие моменты, когда вы действительно сомневались в чем-то и говорили, что непонятно что-то или как-то? Рима, человек корректный, были, конечно. Были за всю нашу практику. Только есть понятие критики с позиции «за», да. А есть понятие критики, ах, вот у него такая, вот я ему обязательно. Мы все это знаем, просто мне не хотелось бы сползать на эту тему диалога. Хорошо, почитай хорошо. Наши газеты, почитай критические статьи. Сегодня «Ангажемент 1» и пишет известный театральный критик, какой это спектакль. Завтра «Ангажемент» другой, и он на этот же самый спектакль, только в другой газете пишет, ну какой это спектакль. Это не спектакль. Это к Риме не относится. Она... Ну я бы сказала, да. Да. Я бы сказала, что это некоторая такая критика специфическая. Ну за долгие десятилетия, мне кажется, что я уже как бы можно без слов понимаю, что Николай Борисович хочет как режиссер сказать. И есть какие-то моменты, когда я понимаю, что он хочет сказать, и я просто счастлива от этого. То есть тогда у меня возвращается любовь ко всему, к театру, потому что иногда эта любовь бывает пропадает. Вот. Но когда вот он что-то вот ставит со студентами, это самая большая радость, мне кажется, это вот тот театр, который всегда жив, он всегда нов. Со студентами, да. Он всегда жив, он всегда нов. Да. Там нет заслуженных, там нет знаменитых, у которых свои, будем говорить. Там есть надежды, там есть такие усилия, да. Которые просто дорого. Именно усилия, стоят. Надежды, стремления и вера в то, что вот он попал. Поэтому я предлагаю, давайте посмотрим кусочек о факультете. О факультете. Да. Хорошо, то есть да. О всем факультете. Ну, в целом, да, окрытно. Я и мой факультет, или факультет и я, и мы все вместе, да. Хорошо, вот. Давайте. И, может быть, узнаешь кое-какие кадры. Здравствуй, факультет. Каждый год 1 сентября приходит неожиданно. Каждый год мы его ждем, и каждый год мы волнуемся. Каждый год мы говорим друг другу добрые, важные, теплые слова. И каждый раз хочется, чтобы они были искренними и неформальными. Я хочу пожелать всем вам, студенты, дети наши, моим коллегам, чтобы мы в этом году взошли на еще одну, пусть небольшую, ступень в наших будущих достижениях. Марья Осиповна Кнебель, великий режиссер и педагог, любила повторять фразу «Дорогу осилит идущий». Николай Борисович, хотите вас тоже поздравить, да, с этим праздником, поблагодарить вас за все. Спасибо. Вы у нас самые лучшие. И мы вам обещаем, вот, что мы будем людьми, мы будем настоящими актерами, будем стараться, будем идти по вашим стопам. И простите нас за все. Да, простите нас за все, это самое главное. Шоу должно продолжаться. Давайте вместе. Раз, два, три. Шоу должно продолжаться. Самое главное, Николай Борисович, здоровья вам. Мы, как самые полненькие и маленькие студенты этой группы, хотели бы сказать вам, Николай Борисович, что вы у нас самый единственный и неповторимый, и самый величайший на свете. Это любить и быть любимым! Несмотря на сложность нашего времени, быть студентом – это здорово. Пусть счастье студенчества будет с ними всегда, независимо от того, где мы живем, как мы живем и в какой стране. Потому что лучше этого я ничего не помню лично для себя. Нам нужны... Сила, воля, смелость! Нам нужны... Сила, воля, смелость! Она... Так, внимание! Исходное положение. По команде.
И раз. Ручки в стороны. Взяли три. Удержание четыре. Если нет голоса, или нет слуха, или ноги не такие длинные, стройные, как у Юли, ну вообще, если практически ничего нет способности, говорили, пусть идет в режиссеры. Говорили это походя, потому что действительно очень трудно узнать, что же является главным. Хотя это профессия, которую называют инженеры человеческих душ. И там, наверное, не так важно иметь голос, иметь слух, иметь стройную фигуру. Главное уметь почувствовать эту самую человеческую душу. Я с особой гордостью хочу пригласить на эту сцену моих младших коллег. Специальность «Театральное искусство». Режиссеры драмы. И режиссеры эстрады и массовых праздников. Заочная и дневная форма обучения. Представить людей, благодаря которым и в прошлом году, и в этом эти студенты получили дипломы Крымского факультета. Я хочу пригласить на эту сцену Валентину Коваленко и Ольгу Антюфрию. Все любви, счастья, двери университетов всегда открыты для вас, ваших детей и ваших друзей. Любви вам и удачи! Те, кто учился у него, говорят так. Когда он входил в зал или на сцену, то вся творческая группа, которая была в этом помещении, хотела бы приветствовать его овациями, но он всегда был против этого. Имя этого человека – Николай Борисович Антюфеев. Ему было 33, возраст Христа. Мы повесили огромный плакат перед входом в училище. Многие говорили, снимите плакат. Но мы ждали, ждали, когда он придет. А он все не шел и не шел, он где-то задерживался. Он был у парикмахера в тот день. Он бил себе бороду. О, это борода! Студенты не снимали плакат. Он висел долго до тех пор, пока мастер не пришел к ним. Вот такая вот история. Одна из тех немногих историй, которые происходили с этим гениальным человеком, который внес и вносит до сих пор огромный вклад в мировую режиссуру. Посмотрите передачу о праздновании его дня рождения. И мы думаем, что вы останетесь довольны. Вы полюбите этого человека так, как любят его и его студенты, знакомые и близкие. Поздравляем! Поздравляем! Спасибо большое, дети! Спасибо! С днем рождения! С днем рождения!
прямом эфире Сити FM. Я напоминаю, сегодня у нас в гостях Николай Борисович Антюфриев и Риба Александровна Панкова. Сейчас они находятся в студии прямого эфира. Координаты на ваших экранах. Мы ждем ваших звонков и, главное, ваших вопросов. Итак, вернемся к студенческим годам. Коль мы говорили о студенчестве, о выпусках студенческих. Вот. Можно я сюжет сломаю? Давай. Мы здесь первый раз, а приходить в дом без подарка и вообще как-то не принято. Поскольку у меня 50% восточной крови китайской, мы решили, вот мы туда дальше будем говорить о творческих режиссерских работах, фестивальных программах в Крыму. Вот я хочу от имени нас и факультета вашу студию, вот такую подарочную медаль. Я думаю, ей вы откроете свою галерею, галерею подарков. Потому что, не потому что это реклама и там кукушка хвалит петуха. Я первый раз в этой студии, я вообще человек не очень продвинутый в коммуникациях таких. Но я хочу сказать, что мне здесь у вас очень понравилось, комфортно, профессионально, пруд рядом. Если плохой посетитель, сразу в пруд. Поэтому я хочу в твоем лице в студии оставить эту памятную медаль. Таких медалей очень немного. Вручаю. Спасибо большое. Да. Спасибо. Она будет храниться в нашей студии. И вам еще раз огромное спасибо за то, что все-таки вот такой подарок. Я пока слышал. Это не подарок, это будем так говорить. Несколько фраз о факультете, потому что, повторяю, нельзя о нем не поговорить. Мы с Римой говорили о том, как мы друг друга долго знаем, но последние практически 10 лет нашей жизни – это совместная работа на Крымском факультете. Буквально несколько фраз, чтобы просто знали слушатели и те, кто нас смотрят. На сегодняшний день в Крыму есть единственный университет 3-4 уровня аккредитации в сфере культуры и искусства. И этот университет наш, Крымский факультет Киевского национального университета культуры и искусств. Мне бы хотелось сказать несколько фраз о чем. Впервые в этом году на Крымской земле открыт факультет кино-телеискусства. Мы готовим режиссеров, операторов, телеведущих, дикторов. Очень долгое время была такая востребованность. У нас достаточно разветвленная сеть телекомпаний. Я очень надеюсь, что и ваша студия заинтересуется нашими первенцами и птенцами. И им, я бы очень хотел это как руководитель, была бы практика здесь достойная и интересная в современных новых формах. Ну, естественно, как обычно, традиционное театральное искусство, хореография. Кроме того, у нас очень редкая есть специальность. Это отельно-ресторанный бизнес, туризм и менеджер государственной власти и управления, документовед. Это редкая специальность, выпускаем только мы. Кроме того, мы открыли 2 года назад дизайн. Если есть такая возможность нам показать те небольшое количество студенческих работ, которые у нас есть, их можно показать, я там закадрово, если есть такая возможность, буду о них говорить. Это работы, которые сделаны руками наших студентов. Причем там есть работы с настоящими стразами. Там есть работы, часы, сделанные непосредственно из бисера. И эти часы идут, если внимательно посмотреть, вот самое-самое первое. Это работы, которые мы, когда к нам приходят гости и видят, очень много наших ребят получают достаточно высокие престижные премии за свою деятельность. У нас есть парикмахерское искусство. Если мы будем иметь честь приглашенными, обязательно наших парикмахеров вам покажем. И несколько слов тем, кто собирается в этом году поступать. Почему я использую это мгновение? Не для рекламы. Я говорю это всем абитуриентам, потому что каждый год образование меняет несколько свои требования. Если вы поступаете на творческую специальность, там люди должны принести 2 сертификата. Это украинский язык и литературу, и историю Украины, плюс творческий конкурс. Если это не творческие специальности, там 3 сертификата. Но самое главное, это для тех, кто имеет уже определенный опыт и закончил школу до 2007 года. Вот для них это очень хорошая новость. Они могут на заочное отделение поступать без так называемого внешнего независимого тестирования. Я до сих пор не понимаю, от кого оно независимо. Наверное, независимо от высшей школы. Но вот
такую уступку наконец-то сделали. То есть люди в возрасте, которые хотят получить, если имеют практику, но не имеют диплома, грубо выражаясь, базы, они могут прийти и поступить без этого самого внешнего независимого тестирования, а поступать у нас, как в старые добрые времена, сдавать вступительные экзамены. И самое последнее, мы, видя, насколько сложно сейчас людям поступать, на все наши специальности, которые я назвал, кроме творческих, открыли еще отделение младшего специалиста. А это значит, что дети, имеющие диплом квалифицированного работника, то есть которые закончили ПТУ, могут прийти к нам и тоже поступать без внешнего независимого тестирования. Я закончу, думаю, я был не слишком навязчив. Нет, нет, нет. Но мне кажется, это очень важно знать по одной простой причине, что очень калейдоскопически изменяются требования. И иногда наш молодой человек, закончивший среднюю школу, попадает в ситуацию, когда не знает, что ему делать. Мало того, ни для кого не секрет, что после Чернобыльского события, после того, как нас перевели с одного цикла средней школы на другой, этот год достаточно тяжелый. Поэтому не все достаточно откровенно рассказывают выпускникам, как обстоят дела. И, естественно, каждое учебное заведение так или иначе объясняет, кто-то искренне, кто-то не очень, абитуриентам, как нужно поступать и что нужно делать. Поэтому мы приглашаем на бульвар Франко 6, и повторяю, у нас открылось несколько новых специальностей. Если кто-то еще не знает и не слышит, то пусть приходят, и вручаем мы диплом по окончанию, и ты это прекрасно знаешь, Киевского национального университета культуры и искусств. То есть поступившие к нам считаются студентами Киевского национального университета. Если есть желание, они уезжают в Киев или наоборот, из Киева к нам. Это в двух словах. Простите за мой долгий... А срок обучения 5 лет? Да, срок обучения 5 лет, потому что мы имеем полную лицензию и сертификаты, связанные с тем, что мы на месте выпускаем. То есть у нас нет, как это бывало в других, не буду говорить, университетах, там год-два, особенно когда были сложности со взаимоотношениями. У нас российские тут были филиалы, а потом нужно было куда-то уезжать. Нет, с первого по пятый курс мы обучаем здесь на месте. Единственное, если человек хочет получить квалификацию магистр или аспирант, в аспирантуру поступать, он уезжает в Киев. От младшего специалиста, бакалавр, специалист, то есть полное высшее образование мы даем здесь у нас. Вот так в двух словах. То есть приемная комиссия уже работает, рассказывает, да. Желающие могут приносить документы. Если будет такой интерес, то в целом для того, чтобы не галопом по Европам, это достаточно обстоятельный, серьезный разговор, мы можем встретиться и поговорить, разъяснить, я принесу уставные документы, потому что далеко не все, к сожалению, открыто об этом говорят. Понятно, хотят иметь себе студентов, но есть нюансы. А я бы хотел вернуться к тому, с чего мы начали. Потому что все-таки нас всех здесь троих сидящих, по-моему, связывает одно очень важное. Одна очень важная профессия, и это профессия, даже это, наверное, не профессия, и не предназначение, не знаю, как это сказать, то, что мы любим и чему мы служим. Ну, это жизнь. Это театр. Да, это театр. Потому что ты и закончил театральное искусство, и Римочка, и я, и мы все здесь театралы, хотя наша ипостась достаточно разная, да? Тут еще Сергей Кузнецов, который тоже закончил этот же университет. Правда, он за кадром сейчас, но тем не менее. Но мы его видим. Мы его видим. Мы сердцем с ним, он сердцем с нами. Да, он сердцем всегда с нами. Ну и мы продолжим наш разговор. Мы продолжим наш разговор тем, что жизнь действительно режиссура. Это я вам, Володя, оставляю. Это требование. Для поступления в наш университет, я думаю, что после нашей встречи будут вам звонки обязательно, и вы, как имеющие к нам непосредственное отношение, можете спокойно и гордо отвечать. Вот прямо по этому списку. Здесь все наши специальности, которые у нас есть, и на которые могут поступать все наши абитуриенты. Молодые и люди, которые уже достаточно зрелые. Понятно.
понятно. Скажите, Римма Александровна, вот если сравнивать, будем говорить, те годы, когда поступали в 80-х, там, в начале 90-х, и брать сейчас, вот, современное время, по-моему, это разные вещи совершенно, да? Ну, конечно, времена меняются. Как вы считаете, тогда сложнее было поступить или сейчас? И вы, Николай Борисович. Тогда я вот... Помню по себе, если ты поступал в театральный институт, это было событие. Это действительно, люди этим гордились. Ну а сейчас нету такого, вот если человек имеет деньги, он уже, значит, поступил. Вот я вот эту тему хочу затронуть. Рима, если начнем? Можно, Римма Александровна. Ну вообще-то тут трудно сказать. Вообще поступить в театральный вуз, в творческий вуз всегда трудно по одной простой причине. Дело все в том, что все-таки нужно быть даровитым человеком. Безусловно. То есть мы можем многому научить, что-то раскрыть, как-то показать, вообще взять за руку и повести. Открыть путь, так сказать. Но вообще-то человек должен быть к этому предрасположен. Он должен понимать условия своей профессии. Я тут недавно вспоминала, что некоторые педагоги говорят, они не готовы жить этой профессией. То есть вот мы приходим на лекции и понимаем, что для них иногда наши лекции где-то там в череде каких-то других забот. Но вот эта вот жизнь, ну, на самом деле мы с Николаем Борисовичем точно понимаем эту фразу, потому что вот не секрет, что у нас, например, были не дневные репетиции, но и ночные репетиции. Не знаю, Володя, как у вас. Да, это традиция. Все было. Теперь, может быть, не готовы к тому, что их ожидает, и независимо от того, это платное или бесплатное образование, тут вот ответ вот такой вот. Мне кажется, всегда трудно, потому что нужно быть готовым для что-то отдать. Ну, Володя задал вопрос как прокурор. Вот так или вот так? Третьего не дано, и поэтому Рима, как человек корректный, пыталась найти выход. Я отвечу так же, как ты задал вопрос. Да, пожалуйста. Да, сейчас поступить легче. Чем тогда? Чем было поступить тогда. Но я скажу, поступить в театральный вуз, это было событие. Учиться сейчас труднее, чем было учиться тогда. Тогда было главное поступить. И уже ты никуда не мог деться от той системы, в хорошем смысле слова системы, которая брала тебя, и если тебя взяли, ты учился, и тебя вели от начала до конца не просто за руку. Тебя вели за все части тела. Потому что человек, который взял тебя учить, он отвечал перед государством. Он вел тебя. Теперь. Но не уводил, как в том фильме, да? Теперь поступить, конечно, стало легче. Намного. Я не говорю, что намного легче. Нет, но, конечно, легче. Но учиться стало тяжелее, потому что социум очень сильно изменился. И сейчас, если посмотреть качество всего творческого продукта, который существует в нашей действительности, если говорить с точки зрения... театрального критика, то, конечно, безусловно, не потому, что мы вот сейчас бурчим. Критерии изменились. И качество культуры, и качество взаимосвязи сильно изменились. И мы прекрасно знаем, я не хочу на этом останавливаться, как упали нравственные ценности и так далее, и тому подобное. Поэтому сейчас научить человека по-настоящему творческого, по-настоящему научить его вот тем критериям, по-настоящему научить его мастерству, независимо, есть у него деньги или нет, намного труднее. И поэтому, правильно, как сказала Рима, режиссура – это наша жизнь, я ее поддерживаю. И, как ты говоришь, управлять, правильно? Да, вот вообще-то режиссура как профессия родилась еще в 18 веке. Это французское слово, и в переводе означает «управлять». Ну, тогда режиссеры управляли чем? Труппами, то есть они занимались какими-то административными 2P. Моментами. Труп. Да. Значит, а потом получается так, что постепенно театр менялся, условия жизни менялись, а театр – это модель общества, и нужно было как-то об этом обществе со сцены говорить. И тогда, получается, режиссер становится посредником между сценой и зрительным залом. Нужно было уже не играть спектакль, а создавать образ спектакля. Нужно было не играть роль, а создавать образ. А это уже актеру было не под силу. И приходит человек, который управляет всем механизмом, связанным с постановкой спектакля. Приходит режиссер в постановочную среду, то есть он становится художником. Нам сейчас так вот, мы говорим, режиссер, это действительно слово приемлемо и для наших жизненных каких-то реалий, и для собственного искусства театра как такового, ну и телевидения, и кино. Я предлагаю,
потому что у нас такой... У меня еще один вопрос. Еще? Да, если можно. Хорошо. Николай Борисович, Римма Александровна, но были такие моменты, когда студенты сами бросали учебное заведение. Они понимали, что это не ее, не его, или они из-за лени уходили? Вот скажите честно. Ну, такие моменты были всегда. Всегда. И когда мы учились, и когда учились наши деды. Ну, когда мы учились, было такое выражение «профнепригодность». Ну, профнепригодность есть и сейчас такое выражение. Есть, да? Если человек приходит и платит, это вовсе не значит, что он обязательно получит диплом. Угу. Существуют экзамены, существуют критерии, существует, как сейчас модно говорить, рубежные модули и творческие, и различного характера. Но если человек совсем не в теме от того, что он платит деньги, за это диплом не дают. Он еще должен выполнить учебный план. Это я уже говорю как чиновник. Ну, это я помню по репетициям нашим. Я учебный план вам дал, вы его должны выполнить. Это я помню. Это было. Так. Есть предложение? Да, пожалуйста. Все-таки, чтобы мы долго не говорили, мы сейчас говорили о режиссуре, как она видоизменилась, я предлагаю посмотреть еще маленький короткий материал, и мы приступим ко второй части марлезонского балета, потому что наши коллеги уже утомились, наверное, ждать творчески, о том мы тут пока разговариваем. То есть, забегая вперед, я хочу сказать, что это еще не все гости, их будет много, и оставайтесь с нами. Напоминаю, что все координаты нашей первой крымской интернет-мультирадиостанции на ваших экранах, ваших мониторов. Ну, а теперь мы смотрим очередной сюжет. Да. Пожалуйста. Заслуженный діяч мистецтв України Антюфрієву Миколі Борисовичу, деканові Кримського факультету Київського національного університету культури і мистецтв міста Сімферополь. Основные площадки – это площадь Ленина, площадь Куйбышева, площадь Советская, Гагаринский парк, где мы будем работать для ветеранов, напоминать им, что молодежь знает и будет всегда помнить о том, что они сделали для того, чтобы мы мирно жили. Что пожелать? Пожелать здоровья, чтобы это здоровье у них осталось столько, сколько хватит у них сил, сколько хватит сил у нашего государства помнить, кому они обязаны нашим сегодняшним мирным днем. Как только вы увидите, что покидает поле брани Music Safe, вы начинаете выход, тот, который вы отрепетировали. Куда пошла правая сторона? Полшага от бордюра вступите в хор! Девочка, которая пальчиком машет! Ваши шумуши не работают? Я скоро, как Максим Горький, роды начну принимать. Да. Потому что все наши магикане поехали играть в футбол. Thank you.
Только вы не уходите, сейчас начнется самое главное. Мы завершаем нашу программу. Дайте нам финальную, наконец-то, песню. Всем спасибо. Первая крымская интернет-мультирадиостанция в прямом эфире. Я еще раз напоминаю, сегодня у нас в гостях заслуженный деятель искусств Украины, заслуженный работник культуры Автономной Республики Крым, декан Крымского факультета Киевского национального университета культуры и искусств Николай Борисович Антюфриев. Ну, в студии у нас появились знаменитые люди. Я думаю, вы все-таки их сами представите. Пожалуйста. Я с удовольствием представлю, Володя, моих, да несколько, можно сказать, в зависимости от времени эпитетов. Начиная от студентов, заканчивая словом коллеги, друзья, очень близкие мне люди, работающие вместе со мной. Я хочу представить заслуженную артистку Автономной Республики Крым, ведущего педагога кафедры хореографии Крымского факультета Киевского национального университета культуры и искусств, солистку, как правильно называется, оркестра главного управления Министерства внутренних дел Украины, Юлию Золотогорскую. Здравствуйте, Юля, очень приятно с вами познакомиться. А рядом стоит заслуженный артист Автономной Республики Крым, ведущий концертмейстер Крымского факультета Киевского национального университета культуры и искусств, солист оркестра, не буду дальше очень долго, Рустем Акимов. Рустем Акимов. Прежде чем я уже сегодня много говорю и долго. Нет, нормально, да? Нормально. Ну, слава богу. Потому что всегда как-то с самого детства не хотелось быть навязчивым никому. А у нас, по-моему, программа идет, да? Именно ненавязчиво. Да. Пожалуйста. Я хочу сказать несколько фраз, опять возвращаясь к факультету. У нас есть прекрасная традиция. И эту традицию я горжусь на сегодняшний день и как ее руководитель. И эта традиция заключается в том, что птенцы, вылетевшие из гнезда нашего национального университета, проходит определенный круг, не просто круг творческого роста, но и человеческий, личностный. И многие лучшие из них возвращаются к нам. Возвращаются к нам уже в роли педагога. В роли педагога, который дает возможность нашему факультету, несмотря на его достаточно молодой возраст, мы к этому вернемся, 10 лет нам стукнуло всего лишь. Вот, хотя 10 лет это тоже уже срок. Они дают нам новые силы. 2001 год, новый, если я не взгляд, ошибаюсь. Ну да. 2001 год, первый поток пошел, первый набор. В 2011-м. Да, 10 лет, 10 ровно лет. 10 лет, да. Поэтому вот я хочу вернуться к мысли, они дают возможность нашему факультету эту самую творческую новую кровь, потому что как бы не был молод душой, годы, время, свой определенный консерватизм существует. Вот благодаря молодым педагогам и коллегам я... чувствую себя таким же молодым, как они. Поэтому предлагаю им дать слово. И если ты начнешь с вопросов, начинай. Конечно, конечно. Да. А я начну... замолкаю. Да-да, я начну именно с вопросов. Юленьку я знаю давно. Юля, ну вот, в общем-то, очень-очень давно. И тем не менее, Юлечка, трудно быть педагогом? Не просто, конечно, танцевать на сцене. Ну, во-первых, это большая ответственность. Ответственность, а вот, вы знаете, Николай Борисович, когда вы говорили сейчас... молодых педагогов. Я вспомнила тот момент, когда Николай Борисович сказал мне, это был 2006 год, он сказал: ну все, Юля, теперь тебе пора преподавать. И я помню, знаете, я вот ощутила такую ответственность, что мне сначала казалось, что я не справлюсь. Я помню, что Николай Борисович сказал: да нет, ну что вы, я не смогу. Он говорит: нет, вот давай попробуем.
Я помню, сказал фразу, говорю, вечно танцевать нельзя. Нет, то есть преподавать, продолжая гастрольную деятельность. Ну да, это однозначно. Чуть ближе микрофон, Юля. Да, совмещая, то есть одно и другое. То есть тем сложнее. И, может быть, знаете, как с одной стороны сложнее, а с другой стороны легче, когда ты и преподаешь, и еще являешься сам исполнителем. То есть можешь студентам передать гораздо больше, чем если ты являешься просто педагогом. Вот, я, знаете, вот сейчас сидела, думала, что все-таки вот профессия творческая и вообще творческих людей – это элитарная профессия, потому что вот в наше время вообще таких сокращений, то есть, когда люди ищут работу, то есть творческая профессия, я считаю, что можно найти работу себе в любом случае, и в частности с профессией. Если захотеть. Если захотеть, ну, конечно. А не идти в автосервис, правильно? Это да. Вот именно. Ну, я к примеру говорю. И все-таки, трудно ли быть педагогом после того, что вот такая была концертная деятельность? Она есть. Такая известная. И вдруг вот начинать преподавать. Ну, трудно тем, что, во-первых, ответственно. Ну, педагог, да, это ответственная профессия. Ты помнишь свой самый первый урок? Да, я очень волновалась, я готовилась к нему 3 дня, честно хочу сказать. Для меня ты заходишь в класс дальше, да, здравствуйте. Во-первых, студенты поначалу воспринимают, не то чтобы не очень серьезно, где-то я, где-то их ровесница, где-то там подумаешь, там чуть-чуть старше. Но был же еще период такой промежуточный, да. Когда Юля уже стала педагогом, но ее еще помнили студенты по совместным проектам факультета, да, где она на одной сцене еще как более старший, но все равно коллега, почти сокурсник, плясали вместе. Конечно, такой период перехода, он непростой. Приходилось доказывать только технически, то есть выйти, что-то сделать, что они не могут, тогда тебя начинают уважать. Это везде это так. И все-таки вернемся к первому уроку. Вы зашли. Студенты, был большой курс такой, пришлось мне... Это первый курс был? Или нет, те уже второй, вот, это был второй курс, то есть они помнили вас еще как студентку? Нет, это был вообще второй курс, то есть я была педагог, которого уже у курса был другой педагог до меня, то есть это пришлось, переступить такой барьер, я бы очень волновалась, наверное, больше, чем на сцену, когда выходила. Прошло все нормально? Да, все прошло нормально, да. Уже этот курс выпустился, да. То есть приятно, когда просто студенты с благодарностью вспоминают тебя или говорят, что вот вы нам там много дали, там. Я всегда гостям задаю этот вопрос. Вы помните своего самого-самого первого педагога по хореографии, когда вам было совсем мало лет? И вот кто это был? Это моя мама. То есть именно... Да, конечно, это она первый, кто меня вообще начал учить танцевать. До сих пор она является моим педагогом. Это понятно. Ну что, уважаемый Рустем. Рустем, Рустем, теперь вопрос вам. Вы закончили университет в каком году? Университет я закончил в 2003 году, а училище, которое училище культуры раньше было, я его закончил в 2000-м. То есть, закончив университет в 2003 году, вы... Вернулся. Вернулись. Вы где учились-то? Я закончил филиал в Николаеве. А, в городе Николаеве. Да. Поэтому... Вы вернулись в Крым, да? Да. И как вам удалось так быстро стать заслуженным артистом Автономной Республики Крым? Так в лоб вопрос. Не так уж это быстро. Да, конечно же. И опять же таки, благодаря... Николая Борисовича, его помощи, его поддержкам за счет того, что мы участвуем в различных государственных проектах, концертных программах. Я хочу на секунду перебить, да, пожалуйста, чтобы слово «благодаря» не воспринялось неправильно. Значит, я думаю, что Рустем... Рустем имеет в виду, что мы очень много... Я делаю много программ. Ребята, уж простите, они для меня все равно еще дети были и будут и оставаться. Они очень много гастролируют. И на сегодняшний день, я хочу сказать, они получили свои звания не тогда, когда их раздавали партиями, а вот тогда, когда наградной лист берешь, читаешь, и по наградному листу видно: Юлия Золотогорская, вот это достижение. Рустем Акимов, это достижение. Я вообще делю людей, получивших звания, на 3 категории. Первая категория. Первая.
это те, кто за это звание заплатили. Второе, это те, кто это звание заработали. Заработали. И третье, это те, кто это звание заслужили. А. Так вот, я считаю, что Юля и Рустем свое звание заслужили. Все, я закончил. Я понял. Итак, Рустем, закончив, вы вернулись в Крым, закончив университет, да. Вы вернулись в Крым. Как получилось так, что вы стали педагогом? Ну, не совсем, конечно, это можно назвать педагогом. Я являюсь ведущим концертмейстером на кафедре хореографии в Крымском факультете. До этого вы где-то работали, в ансамбле где-то? До этого я только успел закончить университет, и у меня был, конечно же, к этому времени, ну, большой, я так какой-то могу сказать, багаж. Опыт уже игры именно и в оркестрах, и в ансамблях, и сольные имел выступления. Поэтому, когда мне поступило такое предложение, я, конечно, с удовольствием согласился, потому что работать в таком коллективе под таким началом, как Николай Борисович, было очень приятно. И до сих пор работаем и получаем удовольствие, и, в принципе, бывают всякие моменты, но в принципе, конечно же, это все благодаря. Рустем, говоря, а вот тогда, когда вы закончили, вы думали, что вы станете педагогом, или вы все-таки готовили себя к концертной деятельности? Ну, знаете, когда, конечно же, я закончил концертмейстером, я не так сказал. Университет. Ну, концертмейстер, хочу сказать, это тоже педагогическая работа. Да, ну, в принципе, я не ошибся. Вы знаете, конечно же, никогда я не думал, что я стану педагогом и буду ходить на занятия к детям. Тоже испытывал, когда я пришел первый раз на занятия, испытывал какое-то необыкновенное такое чувство. Не знаю, ну, вроде бы все одногодки, вроде бы все друг друга знаем. Вот этот вот момент было очень сложно перешагнуть вообще. А в принципе, конечно же, потом все, каждый день, приходя на работу, все по накатанному становится как-то все легче и легче. И я хочу сказать, принципе, когда мои молодые коллеги стали очень часто приглашаться быть членами различных жюри, конкурсов творческих, я думаю, очень быстро прошло вот это ощущение. Потому что когда тебе приходится постоянно анализировать, это Рима говорила об этом, наша жизнь ведь постоянно в определенном смысле слова анализ, тем более педагога. Ответственность в чем? Ты что-то сделала, ты вроде сделала все правильно, а твой студент, твой подопечный по какой-то причине не дает результата. И ты начинаешь анализировать. Ты вроде все правильно показал ему, набрал то, как нужно, объяснил. А он... Это постоянный анализ. И когда говорят, что педагоги – это внеурочное время, в первую очередь, это действительно так. А чтобы сказать еще две фразы, не потому что, опять же, это реклама, но мы очень часто, как это говорят, нет пророка в своем отечестве, да? Вот-вот приехал из Харькова, вот это звезда, там, или приехал из Макеевки, вот это звезда, да? Или там еще где-то. А вот своих как-то, вот, допустим, у Рустема Акимова есть творческое псевдоним, его называют «Крымский табачник». А, допустим, Юля Золотогорская, наверное, мало кто знает, что она участвовала в конкурсе европейском степистов, вошла в десятку лучших степистов Европы. Вот когда мы говорим, ох, вот мы приглашаем звезду, и вообще понятие звездность, мне кажется, это понятие немножечко модифицировалось. Под понятием звезда это человек в дорогом костюме с дорогим микрофоном, который имеет большие гонорары. Я очень часто в силу специфики своей профессии встречаюсь вот в этом понимании со звездами. И вы знаете, далеко не всегда эти звезды по своей величины горения такие же, как рядом со мной сидящие мы, наши молодые артисты. Ну, нам тоже приходится сталкиваться с этим, потому что часто, проводя те или иные шоу-программы, мы читаем, что приглашен такой-то супер-диджей из Киева. Город Киев. Этим сказано все. Ведь у нас здесь, в Симферополе, действительно очень много талантливых ребят. Вот то, о чем говорил сейчас Николай Борисович. И все-таки вопрос, Юля, к вам и к вам, уважаемый Рустем. Вдвоем. Скажите, вот вы были студентами и студенты сейчас. По-вашему, чем отличаетесь вы от студентов вот современных, будем говорить, на этот день? Я уже задавал. Возрастом. Нет, не возрастом. Я имею в виду, вот как вы качеством, все это... Да, качеством. Не качеством, нет. Как вы смотрите
на студентов вот этого года и какими вы были? В чем отличие? Ну, мне кажется, как вам кажется? Вот в чем отличие? В принципе, ну, в глобальном, да, смысле? Да, в глобальном. Студент это всегда, независимо от когда он был, 10 лет назад, 20 лет назад, ну, это одинаково, понимаете, это состояние души, это состояние в данный момент, как ты себя ощущаешь. То есть, то, ну, что... разница должна быть какая-то? Нет, тех... ну то, что, допустим, да, там прогуливают лекции. Ну, Оля, мы тоже вы прогуливали. Как ведущий, ну, давите что... на наших гостей. Так что... что ж вы все время хотите услышать только тот ответ, который задаете? Вам отвечают, хорошо, так хорошо, считают. Хорошо, хорошо, вы хорошо. Давите нет, на я них. Не давлю, я просто хочу узнать, в чем вот разница? Все-таки берут годы свое, или мы все время движемся вперед и постоянно что-то разное, разное? Я в этом плане, ну, я не давлю. Понятно, что люди меняются, но принцип остается один и тот же. То есть кто-то больше хочет учиться, кто-то меньше хочет учиться, но студент, он всегда остается студентом. То есть понятно, что то поколение, которое уже приходит, уже с каждым годом, да, это новое поколение. Может быть, мы смотрим на них по-другому, потому что мы становимся старше. А принцип, то есть когда нам было по 18 лет, мы были такими же. То есть когда им будут по 35, там и дальше, и дальше. То есть за 50. Они будут... За 50, да. Они будут смотреть для тех, кому за 50. И всегда будут говорить старшее поколение, а вы знаете, а при нас было не так. То есть это всегда... Я предлагаю... Секундочку, еще вопрос к Рустему. Рустем, скажите, пожалуйста, честно, ну вот вас так сегодня хвалили, вы такой талантливый. Нет, я без всякого сарказма. Я не хвалил, я констатировал факты. Да, констатировали факты. Скажите, пожалуйста, вы прогуливали лекции? Конечно. Еще вы как их прогуливали, в пивбаре или ходили в кино? Вы знаете, бывало... Честно, в камеру. Говорю вам честно, бывало по-разному, бывало и в пивбаре, бывало и в кино, но специальность я посещал регулярно, это было святое. И последний вопрос перед тем, как Николай Борисович как бы продолжит вот режиссерско выстроенный такой вот наш сегодня эфир. Скажите, вот после того, как вы прогуливали, вы знали, что вам придется отвечать, вот... Как вы входили в контакт с педагогом, который задавал вам вопрос, а где вы были, Рустем? Да все знали прекрасно ответ, где мы были. Это было не секретом, потому что все действительно, как бы, ну, студенчество и педагоги, это, в принципе, все равно одна большая семья в тот момент, во всяком случае, пока ты там учишься. Вот. Вообще, если, конечно, об этом говорить так, что... Вы обманывали, где вы были? Нет, ну вы знаете, как у любого студента бывает конец сессии там, или уже вот экзаменационная какая-то неделя, когда приходится, да, действительно там потрудиться, пописать, по-настоящему пописать там работы, не как на сегодняшний день можно. Может быть и к радости, может быть и к сожалению, там зашел в интернет и скачал, допустим, там реферат или какую-то работу. Раньше приходилось действительно это брать и писать, и этим и отличалось, наверное, то время от... сегодняшнего времени, от сегодняшнего состояния студента. Спасибо. Николай Борисович, перед тем, как вы затронете уже более глобально талант наших уважаемых гостей, мы кое-что увидим, я так понял. Я, да? Трогать талант не буду. Нет, я имею в виду... Даже своими чистыми руками, да, 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 я предлагаю посмотреть... Я хочу приоткрыть вам маленький секрет. Да. Вот здесь сидела Римма Александровна, да? Да. И коль у нас такой сегодня легкий эфир, я хочу вам сказать, что, учась в университете, да, это было 10 лет тому назад, так уж получилось, что однажды я и Сережа Кузнецов, стоящий рядом, сочканули с ее с лекции. Ну не 10 лет, да, назад, пора. Да, так вот, представляете, мы выходим, а она нам навстречу. И я говорю, Сережа, да все нормально. И мы так тихонько обошли ее, а Римма Александровна в это время чистила сапоги, чтобы чисто зайти. Я помню этот момент. Мы все-таки тоже сочканули. Вот у всех это, ну, было. Ну и не один раз. Я хочу сказать, что вот чистить сапоги — это большой педагогический пример. Да, заходя, да, в университет в чистой важно. Обуви. Да. Это очень важно. Ну а теперь мы вернемся. Мы вернемся дальше. Обязательно. И те слова, которые были сказаны, посмотрим на творчество Юлечки и посмотрим на творчество Рустема. Поэтому, если можно, когда-нибудь мы это сделаем и здесь. Но да. На сегодняшний момент... Что мы сейчас увидим, Юленька? Что это за танец или это отрывок из спектакля? Что это будет? Если я не ошибаюсь, это из программы телекинофорума, к которому мы еще вернемся. Мы вернемся к телефону. Да, да.
То есть это своеобразный кусок был на этой программе? Или это эпизод, или как это правильно? Ну, это был концертный номер. Концертный номер. Да. Ну что ж, дорогие друзья, напоминаю, первая крымская интернет-мультирадиостанция в прямом эфире. Координаты на ваших экранах, экранах ваших мониторов. Давайте будем смотреть. Друзья, уважаемые дамы и господа, для победителей и всех наших гостей украинскую песню «Ніч яка місячна» исполняют заслуженные артисты Автономной Республики Крым Юлия Золотогорская и Рустем Акимов. Thank you.
Режиссерская работа моя несколько преобразовалась из театральной в работу режиссера, постановщика международных форумов, фестивалей, концертов, республиканских и государственных программ. Это тоже режиссерская, достаточно серьезная и непростая работа, как кажется это на первый взгляд. Есть у меня несколько моих знаковых фестивалей, но самое главное, конечно, телекинофорум, международный телекинофорум «Вместе», кто уже 11-й год подряд проходит в Ялте, в Крыму. 11-й год. Прецедент такого долголетия практически нет на территории не только СНГ, но и в целом у нас на континенте. 10 лет я участвую как режиссер. 9 лет я главный режиссер телекинофорума «Вместе». В чем сложность? Сложность заключается в том, что это постоянный экстрим, это постоянный цейтнот, это постоянное напряжение, это соединение не только творческих разногласий, но и политических, это и социальные, и бытовые, и производственные, и технические. Кто-нибудь возьмите каждую модель за руки, отводите их к стене, а потом вправо. Где у нас работник ГАИ? И если спектакль ты делаешь в течение 3-4 месяцев, то программу ты делаешь в течение суток, а то бывает и часов. У меня была однажды программа в Артеке, где приехали 17 стран мира, я делал программу за 20 минут. То есть это такое нервное напряжение, когда ты не знаешь некоторых исполнителей, а порой и многих исполнителей. Когда приезжают звезды, которые приезжают сюда, но кто тут может быть? Мы бывали в Нью-Йорке, мы бывали в Париже, мы на московских сценах и так далее. И вдруг они приезжают и сталкиваются с тем, что здесь люди тоже есть грамотные, тоже есть профессиональные, и свои амбиции им приходится модифицировать, преломлять, исходя из тех задач, которые перед ними ставлю я как режиссер. Это непросто. И самое сложное, наверное, в том, что когда вот у... Есть такая маленькая новелла у нашего знаменитого Мима Ингибарова про циркача. И когда старый гимнаст говорит молодому: «Знаешь, что самое трудное, когда выполняешь стойку на руках?» Ну, они говорят разные-разные вещи, а старый гимнаст говорит: «Самое трудное, когда отрываешь левую руку, и ты чувствуешь, что на ладони твоей правой руки ты держишь целый мир». Международный телекинофорум «Вместе» – одно из самых значимых событий в общественной и творческой жизни Крыма. Около 40 стран мира участвуют в Ялтинском фестивале. Здесь уже более 10 лет собираются профессионалы большого и малого экранов. Операторы, журналисты, режиссеры, актеры. Главная дирекция телекинофорума «Вместе» находится в Москве. Николай Антюфриев – представитель дирекции в Крыму. Я обязательно вернусь. Вернусь для того, чтобы поставить хотя бы один спектакль, как я когда-то пообещал своим студентам. Когда Михаил Михайлович Поплавский предложил мне возглавить Крымский факультет, я не сразу согласился, потому что это очень сложно соединять... деятельность чиновника и творческого человека. Да я никогда и не хотел быть чиновником. Я всегда к ним относился достаточно сдержанно. А теперь скажу честно о том, что не каждый чиновник – чиновник в плохом смысле слова. Хороший чиновник – это большой и нужный труд для страны в том числе. Что сложного? Сложно было, когда я вступил в должность, а у нас, несмотря на то, что мы факультет национального вуза, у нас только коммерческая форма обучения. И очень много соперников вокруг. И каждый год нас хоронили, говорили, что факультет погибнет, у нас есть там, а зачем вообще нужно это и так далее. И вот мы уже 5 лет при мне существуем, а в январе у нас будет 10-летний юбилей. Это было трудно бороться и доказывать. Это несмотря на то, что
по большому счету никакой поддержки мы не имеем государственной, потому что все считают, если мы в Киевский факультет, значит, там у нас и манна небесная. Хотя манны небесной нет, мы боремся, как и все, в хорошем смысле за выживание и доказываем свою состоятельность. И Крымский факультет на сегодняшний день для Крыма делает достаточно много. Многие международные, простите за тавтологию, республиканские мероприятия, правительственные концерты, процентов на 70 делает наш Крымский факультет. Видя, как наполнена повседневная жизнь Николая Антюфриева, можно смело утверждать – это счастливый человек. Ведь у него есть творческая работа и, как он сам считает, главная – любимая семья. Семья, наверное, это главное, это корни, то, откуда, чем я питаюсь. Когда мне тяжело, когда мне непросто. Это моя жена, которая меня терпит, достаточно непростой характер. Моя супруга Ольга, она по знаку зодиака Дева. А только Дева, оказывается, может терпеть Скорпиона. Дочь. Для меня рождение сына было, есть и остается главным событием моей жизни. И вот уже прошло 22 года, и кажется, что-то должно бы, лобы случиться. Но пока то ощущение, когда небо раскрылось и стало вдруг таким маленьким по сравнению с данным событием, не перебило моего ощущения главного события. Внук Николай II, который пьет кровь у всех, у меня в том числе, я с удовольствием эту кровь ему отдаю. И вторая часть моей семьи – это мои студенты, которые тоже дети. Их так много, что порой иногда блуждаешь во времени, когда каждый раз, когда уходит курс, это отрывается часть сердца. И поэтому, если нет этих студентов, то, наверное, нельзя сказать, что полностью есть семья. Мы продолжаем наш прямой эфир Первой Крымской интернет-мультирадиостанции. Я еще раз напоминаю, сегодня у нас в гостях заслуженный деятель искусств Украины, заслуженный работник культуры Автономной Республики Крым, декан Крымского факультета Киевского национального университета культуры и искусств Николай Борисович Антюфриев. 12 лет тому назад состоялся в Ялте первый кинофорум. Да, это было 12 лет назад, первый телекинофорум «Вместе». Это был единственный телекинофорум, в котором я не принимал никакого участия. Как вы попали в кинофорум? Вот как все это, почему вы оказались именно там и потом стали одной из ведущих фигур от Крыма? Все получилось достаточно просто, с одной стороны, достаточно странно. Тогда господин Низовоев, будучи директором ГТРК «Крым», был членом дирекции Крымской телекинофорума. Первый телекинофорум прошел, он привлек к себе внимание общественности, но там возникли, видимо, определенные нюансы, связанные с тем, что вот та картинка, в хорошем смысле слова, оформление форума, видимо, вызвало недовольство ли, не буду говорить. Но вот так случилось, что на меня вышли без протеже. Вот так просто, зная, что есть такой Антюфриев, который режиссирует программы. И меня как пробу пера пригласили помощником. На второй телекинофорум, когда работал еще господин Квинихидзе. Угу. А вот начиная с третьего телекинофорума и по сегодняшний день я главный режиссер и член дирекции телекинофорума «Вместе». Нет, жюри это всегда отдельно, ты же знаешь, Володя, жюри и оргкомитет не имеют друг к другу никакого прямого отношения. И в этом году будет 12-й телекинофорум, я не буду повторяться, такого прецедента нет. Каждый год телекинофорум придумывает что-то новое. Вот в этом году он пройдет в августе, обычно в сентябре, с 26 по августа по 1 сентября. Открытие произойдет 27-го на площади Ленина, на набережной Ялты. Обычно было в юбилейном. В этом году мы решили расширить. Это будет с
современная серьезная сцена с подиумом, с VIP-местами для того, чтобы вся Ялта и весь Крым мог это увидеть. Естественно, будут трансляции практически 24-26 стран мира. И это не просто страны ближнего зарубежья. Это и Америка, это и Азия, это и Россия и так далее. Будут участвовать в конкурсе телекинофорума. То есть вы не против, если наша радиостанция, Первая Крымская, будет вести прямой репортаж оттуда при открытии, как вы считаете? Я не просто не против. Во-первых, это могут быть профессиональные сотрудничества и взаимоотношения, поскольку это же понятно, что такое интернет. Но это интересное событие, это очень интересное. Событие само по себе действительно интересное. Мало того, там есть программы очень эксклюзивные, которые только форуму принадлежат. Мало того, есть несколько фильмов и программ наших крымских, которые за годы имели там призовые места. Это достаточно почетно, им дано право трансляции не только у нас в Крыму и в Украине. Что еще интересного? Закрытие произойдет у нас 31-го в Ливадийском дворце. И вот второй раз, это вообще впервые в истории, когда фестиваль дарит стране, городу подарок. Я думаю, ты знаешь, одно из самых посещаемых мест сейчас на набережной – это «Дама с собачкой» и да, Чехов. Да. Это дар телекинофорума Ялты. В этом году в связи с столетием памятник Ходжонкову. 100 лет исполняется киноиндустрии здесь вот. Именно фильм, посвященный Севастополю. Это тоже будет дар телекинофорума. Так что приходите, будем рады. Ну, я надеюсь, что наша прямая трансляция все-таки состоится, и руководство радиостанции это заинтересует. Николай Борисович, вы сегодня много говорили о своих учениках, о своих коллегах, о молодых педагогах, о своих соратниках. Вот, мы слышали их всевозможные высказывания. А вот у вас лично есть какая-то мечта? Все-таки юбилей уже позади, но мечта вот я, какая-то. Я, кстати, на юбилее говорил, Володя. Я очень хотел как-то так петь. В смысле петь? Ну, петь в прямом смысле. Но не как-то так, как поют сейчас на сцене. Потому что я думаю, если бы я вышел, я бы, наверное, даже лучше, чем как-то так пел. Но поскольку у меня супруга имеет музыкальное образование, у дочки идеальный слух. И когда я на кухне что-то начинаю бурчать, то мне говорят, замолчи. Это первое. Даже мой сын, который слух имеет не лучше, чем я, сейчас он служит, кстати, и защищает родину, подразделение «Тигр», спецназ. И то он мне говорил, папа. Но я всегда хотел, вот хочется мне иногда, как каждому нормальному человеку. Вы имеете в виду эстрадное пение? Нет. Или в спектаклях что-то? Петь, просто петь. А, петь? Ну и как популярности мне, в общем-то, сейчас уже какой как таковой, тем более, не нужно. И я на своем юбилее позволил себе, у меня есть редкие кадры, спасибо моему выпускнику Алексею Шестипалову, который мой архив семейный просто создал. Это мечта каждого человека на сегодняшний день. Он где-то когда-то снял меня в маленькой такой миниатюрке, где я попробовал спеть вместе с моими коллегами и друзьями, настоящими вокальными артистами. И вот перед тем, как я передам слово уже сегодняшним студентам, а не свершившимся личностям, которые продемонстрируют свое творчество, вот маленькая нарезочка того, как я пытался петь, сколько это получилось, и как это воспринимали студенты, которые смотрели на меня со сцены, они тоже не знали, что это будет. То есть вы это доверяете, чтобы мы посмотрели, да? Ну, я надеюсь, что я не испорчу нашу программу. Нет, конечно. Ну, да? Давайте посмотрим, друзья. Давайте. Проклятием на член. Я
никогда не буду счастлив на земле. И после смерти мне не обрести покой. Я душу дьявола за ночь с тобой.
Мы переместились из виртуальной студии в гостиную первой крымской интернет-мультирадиостанции City FM. Николай Борисович, я сегодня неоднократно представлял всех, но вот девушка, которая танцевала буквально совсем недавно, я хотел бы, чтобы два слова вы сказали о ней. Что я хочу сказать? Да. Жизнь педагога, а все присутствующие здесь, за исключением девушки, пока еще не педагоги, это наши студенты. Она единственная, которая оказана честь быть вместе с нами сегодня. И наша маленькая восходящая звездочка – это принцесса восточного танца Зарифе, студентка первого курса театрального факультета нашего университета. Так что можешь поаплодировать. Да, я поаплодирую. Тогда вопрос Зарифе, с вашего позволения. Да, конечно. Зарифе, скажите, что бы вы пожелали всем студентам? Вот программа близится к своему завершению, остались какие-то там последние минуты. И все-таки, что бы вы пожелали в преддвериях экзаменов? Ведь скоро экзамены, вы переходите на другой курс, я так понял. И вот, что бы вы им пожелали? Пожалуйста. Наверное, отнестись к этому как бы серьезно. Стремиться, наверное, чтобы у них это все получалось, а никогда, наверное, не останавливаться на своей цели, вот, но... Не отступать и не сдаваться, да. Вот, всегда идти вперед. Спасибо. Николай Борисович, есть ли какой-нибудь девиз вашего университета, вашего филиала? Ты знаешь, Володя, вот сейчас ты задал вопрос,
Мы будем на нем думать. Думать будем обязательно. То есть я вам что-то все-таки подсказал, да? Ну, вся жизнь сплошная подсказка. Как-то, ты знаешь, вот всегда раньше были пионерские, комсомольские отряды, у них были девизы. Я не знаю, какой может быть девиз у современного университета. Девиз у национального университета есть. И он высказан нашим ректором Михаилом Поплавским. Вот, потому что у нас двери открыты для людей талантливых. И это университет талантливых людей. И мы в это верим и хотим, чтобы каждый студент, как когда-то сказал один великий педагог, сказал, что давайте сделаем так. Мы будем считать, что вы наши самые талантливые ученики, а мы ваши самые гениальные педагоги. Вот если такое случится, я буду как руководитель счастлив. Вот так в двух словах, если говорить о том, что есть такое наш университет. Вот здесь у нас такая собралась семейная фотография. Я смотрю в кадр, действительно, вот как-то так тепло, камин, я говорю. И как глава семьи меня слушают мои близкие, мои родственники, мои дети. И вот есть такое ощущение, что все-таки, наверное, нам всем не хватает тепла. Надо пожелать тепла всем. Я хочу пожелать всем тепла от имени нашего факультета, от тех, кто был сегодня в гостях в вашей студии. И самое главное, чтобы вот такое тепло, которое дает ваш камин, было в сердцах всех, кто слушает вашу студию, и дай Бог ей долгой и долгой дороги. Николай Борисович, с вашего позволения, тогда Коля у Римы Александровны микрофон, пусть поочередно все участники сегодняшней программы скажут свои пожелания тем, кто смотрит нас сейчас. Нас смотрят в Молдавии, в Белоруссии, в Германии. Это тоже не реклама, но тем не менее, сегодня вот было несколько звонков. Одесса, Киев, ну, так вот насыщенная программа, и тем не менее, ваши пожелания. Вот тут было слово такое очень студенческое, очень задорное. Оно часто встречается, студенты не замечают, а преподаватели замечают. Это слово «как бы» в пожелании. Я хочу, чтобы это слово исчезло из лексикона, чтобы не было «как бы», а всегда было что-то очень важное, конкретное, сделано, создано творческими людьми. Вот сегодня было очень приятно нам в эфире вместе с вами, с нашими бывшими студентами, некоторыми из вас, которым приятная встреча была. И мне кажется, что самое прекрасное в жизни – это роскошь человеческого общения. Этого я и желаю всем. Спасибо, Юленька. Пожалуйста, вы. Но перед этим я хочу тогда, с вашего позволения, пригласить сюда еще одного студента. Он там мечется. Пожалуйста, давай, Сережа, иди сюда к нам и продолжай. Юль. Да уж, Сережа, иди, пока эфир не закончился. Давай. Я бы хотела пожелать, во-первых, уверенности в завтрашнем дне. Всегда то есть добиваться того, чего вы хотите в жизни. Ну и, наверное, так как сейчас уже весна, хотелось бы пожелать нам всем солнечной погоды, любви и счастья. Творческим людям хотелось бы пожелать благополучия и успехов в их начинаниях, не заканчивать никогда. И не унывать, если есть какие-то моменты, которые не получаются, верьте в себя, они обязательно получатся. Найдутся люди, которые вам обязательно помогут. Главное, не унывайте, берегите себя, будьте здоровы. Держи микрофон. Обратите внимание, друзья, как Рустем держит грамотно микрофон, как профессиональный певец. Все так вот держат его, я обратил внимание. Ну и пожелание, так сказать, бывшего студента, сейчас он работает на студии, почему бы и нет? Сережа, что ты пожелаешь всем? Давай. Я хочу пожелать университету огромнейшее спасибо. Отдельно Николаю Борисовичу я его скажу за пределами эфира. 2,5 спасибо больших. Это за эфиром будет. А просто университету процветания и, конечно, творчества. Спасибо, Сереж. Спасибо. Ну что, дорогие друзья, в общем-то, программа подходит к завершению. Огромное вам спасибо, что, несмотря на непогоду за окном, вот такой вот дождь почему-то, вы все приехали. Мы здесь у камина беседовали, все так быстро прошло, и тем не менее нам было приятно с вами увидеться. Спасибо вам за подарок еще раз огромное, и мы надеемся, что это не пустые слова, что будет прямая трансляция кинофорума из солнечной Ялты, и мы там будем принимать Володя, участие. Володя, в твоем лице спасибо всем,
дирекции вашей студии, всем, кто работал за пультом, все, кто работал за камерой, все, кого не видно, а эта работа, я прекрасно понимаю, что такое закулисная работа. Возможно, это одна из самых главных работ, которые не видят. Когда закончилось мое 50-летие, я пожелал моим друзьям небольшие, но добрые слова. Я хотел бы, чтобы они прозвучали и сегодня в эфире. Пусть будет, как всегда было, пусть ничего не изменится. Пусть все останутся живы, пусть всем будет хорошо. А если для всех это невозможно, пусть я сумею быть жестоким с добрыми и добрым жестокими. А главное, пусть будет, как всегда. Пусть стена останется стеной, тупик тупиком, а дорога останется дорогой. И пусть никто не останется обделенным. Пусть каждый получит свое. Я не так уж много прошу. Счастье одно на всех. И чтобы никто не ушел обиженным.